Арни Лаури Аллен. Родился 28 мая 1904 года в Выборге. В обеспеченной семье интеллигенция. Отлично знает русский язык. В 1938 году добровольцем поступил в финскую армию, воевал с нами в зимнюю. В конце войны получил звание лейтенанта. Арни единый боец. Искренне нас ненавидит. Сторону власти, да и вообще, в принципе, русских. Выборг считает своим родным городом, считает вообще это своей землей. Как это ни странно звучит, он воюет за родину, так же, как и мы. Я попросил бы вас, товарищ подполковник. Погодите, Александр Матвеевич. Мы обязаны понимать и знать врага досконально, только тогда достигнем успеха, не так ли? Что с номером телефона, по которому кладовщик с ним связывался? Ничего, мертвый номер приписан к конторе жилхозяйства. Самой конторы с полгода уже нет, разбомбили. Понятно. Продолжайте. Возглавляет отдельную роту егерей. Чистое зверье. От немцев получил железный крест, от финнов крест Маннергейма. От нас за его голову назначена награда. 3 миллиона финских марок. Неофициально, конечно. Какие будут предложения? Порт закроем, так что мышь не пролезет, Иван Дмитриевич. У нас 24 блокпоста, усилю их. Хлопцев своих за уши натаскаю так, что любые тарни на первом вздохе зубы до корней обломают. Не сомневаюсь в компетентности вучкой отряда охраны. Однако организацию безопасности порта дело не решить. Что предлагаете дополнительно, Сергей Александрович? Будем действовать по примеру городов, которые находятся на осадном положении. Помимо основных дорог, взять под контроль проселочные. Установить там временно контрольно-пропускные пункты. Как на въезд в город, так и на выезд. Также взять под контроль всю прибрежную полосу залива в радиусе 3 километров, вплоть до тропинок на болотах. Проверять у всех документы независимо от пола и возраста. Проверку грузоперевозок на постах при въезде в город ужесточить до максимума. Вести пропускную систему свой-чужой. Для этого существует масса различных способов оформления накладных и путевых листов, изменения в которых настолько незначительны, что незаметны для постороннего. Где-то, например, не ставятся точки после инициалов отпустившего товар кладовщика. Где-то наименование отпущенного товара ошибочно начинается не с первой, а со второй строчки. В общем, много чего. То есть человек неосведомленный никогда не сможет подделать самую простую официальную бумагу, даже имея при себе все необходимые бланки и печати. Каждый день система подобных ловушек меняется. И какой из вариантов будет использован в тот или иной день, становится известным только накануне. И где ж ты столько людей возьмешь? Прикомандированных частей НКВД у нас хватит только на внешнее кольцо. А про сам город ты забыл, по-моему? Никак нет, товарищ полковник. А с городом мы поступим следующим образом. Предлагаю на время задержать отправку на фронт всех выписываемых бойцов и офицеров из всех госпиталей Мурманска и близлежащих городов. Данных опытных товарищей поставить на особое довольствие. Использовать в качестве командиров внутригородских патрулей. Бойцами в эти патрули набрать добровольцев из числа гражданских нестроевых, комиссованных по ранению, а также женщин и девушек, прошедших подготовку в отрядах Оссовиахима. На месте! Стой! Направо! Причем разделить их на 2 группы. Форменные патрули и патрули в гражданской одежде. Патрулям в гражданской одежде выдать удостоверение сотрудника СМЕРШ и спецпредписание на проверку людей любого рода войск и званий, дабы избежать недопонимания при проверке. И самое главное, у каждого патруля должно быть фото Лаури Тарни. Мы привлекли вас для выполнения задания исключительной государственной важности. Патрулирование улиц Мурманска и промышленных территорий. Равно как и неусыпная бдительность жителей города. Залог безопасности Мурманского порта. И весомый вклад в нашу общую победу над врагом. Вы обязаны
проявлять особое внимание, соответствующее важности поставленной задачи. Добросовестно, по-комсомольски исполнять свои обязанности и следить за их исполнением другими бойцами патруля. Разрешите. Если увидите, сообщить немедленно. У Тарни не получилось зайти с суши, поэтому предполагаю, что он зайдет с моря. В связи с этим настаиваю не только на усилении блокпостов в порту и на прилегающих к нему территориях, но и на увеличении их количества с 24 до 46. Здесь, на карте порта, мы отметили их расположение. Также предлагаю увеличить состав из расчета отрядов охраны отдела НКВД, близлежащих исправительно-трудовых колоний. Ну, это будет непросто, но решим. Что еще? Также предлагаю организовать пилинг вражеских раций. Не только с суши, но и на море. Так как в акватории очень много нежилых островов. Да. 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 Вы согласны с коллегой, Александр Матвеевич? Зачем нужно мое мнение, кроме нас такие специалисты? Товарищ полковник. Хорошо. Поступим, как советует подполковник. Я одного не могу понять. Зачем нам гражданские патрули? Это может вызвать недопонимание и привести мало ли к каким последствиям. Форменный патруль в городе виден издалека. Тарни знает, что у нас есть его фотографии, поэтому будет их обходить. А гражданский патруль не вызовет никаких подозрений. Они будут похожи на простых прохожих. Умно. Вы удовлетворены ответом, товарищ полковник? Ну что ж, тогда не будем затягивать, переходим от теории к практике. Здравия желаю, товарищ капитан. Ваши документы. Удостоверение офицера. И спецразрешение на пребывание в городе. Ой, вы простите, кто? Видно. Да, маскарад вы устроили. Ну и как, спится в тылу? Крепко. Завидую я вам. Поделились бы счастьем своим. Мое все в Сталинграде осталось. Поезжай, набирай сколько надо. Не задерживаю. Город патрулями нашпигован буквально. С улицы на улицу без проверки не перейти. Я знаю. Они работают в гражданке предупредительных. Хорошо.
Сейчас в городе твоих фото больше, чем большевистских агиток. Замечательно. Как и русский любой с моими фотографиями. Мы спокойно займемся делом. Без всяких препятствий. По моему плану. Тебе удалось его убедить? Отман одобрил? А куда ему было деваться? Как думаешь, немцы подозревают, что взрыв в порту не был случайным? Нет. Конечно, не подозревают. Взорвал грузовик, русские испугались и бегали. Когда я взорву весь порт, бегать будет некому. Спасибо, Сергей Александрович. В центр, что Кишпигель прибыл в расположение группы. Иди. В центр. Майору Бильдерлингу. Агент Гешпигельт благополучно добрался до места назначения. Перехожу к первой стадии операции «Охота на Нарвала». Канал связи прежний. Тарни. Шифровальщикам срочно. Как все прошло? Все хорошо. Сказал врач. То и сказала, все в порядке. Эти капли порошки, будьте здоровы. Какие капли порошки? Всякие. Укрепляющие. 2 раза в день, 3 раза в день. Ну, значит, не все в порядке, если капли порошки. Сереж, перестань, я отлично себя чувствую. Смотри, лучше на дорогу управления проедешь. Плохие новости, Ленинград. Ночью кто-то вышел в эфир. Шифровку прихватили. Спецслужбы работают над ней. Откуда велась передача, установили? Стоял бы сейчас тогда перед тобой. Не успели установить. Но работали точно из города. Головко нас ждет с отчетом. Только тебя и меня без нам. Удачи.
Здравия желаю. Удостоверение. В развернутом виде, пожалуйста. Ваше удостоверение Черноморского флота. Можно ваш командировочный? Сержант, вы задерживаете офицера СМЕРШ при выполнении служебных обязанностей. Никак нет, товарищ майор. Вы сейчас себя сами задерживаете. У нас четкие указания. Или вы мне даете свой командировочный, или... Побыстрее можно? Никак нет. Благодарю вас, проходите. За мной следите, Елена Владимировна? Ответ у вас в кармане. Что вы намерены предпринять? Все будет зависеть от того, что вы мне скажете, поверю ли я вам. Я взяла морфий. Одну половину собираюсь продать, другую... Нет, это не морфий. К сожалению, для вас я знаю, как выглядят ампулы с морфином. Вы действительно полагаете, что я украла для чего-то незаконного? Не знаю. Я задала вопросы и жду на них ответ. Что, как и зачем? Хорошо, идемте. Куда? Туда, где вы получите ответы на ваши вопросы. Это гарун. А это пенициллин. Не нужно. Тихо, гарун, тихо. Все хорошо. До ноября 42-го я в милиции служила. Здесь. Кинологии. Это мой друг. И по работе, и по жизни самый лучший. Замечательный пес. Да, замечательный. И пользы стране принес больше, чем некоторые районные отделения. Мы только за сентябрь 41-го на 700 тысяч награбленного отыскали. И вот. Пулю схватил. При исполнении.
чуть-чуть затянули, и пошло заражение. Пенициллин? Не продолжайте. Живая вода, белое золото. Согласно куче постановлений, расходуется точечно. Наравне с морфием. Я все понимаю, это чудо, спасшее столько жизней. Но почему? Черт подери, почему животным не положено? Проще усыпить. Валь, я прошу вас. Не надо мне просить. Да, я украла. И не первый раз. И ключ смастерила. Чему только не научишься. Контрразведки. Да и плевать. Считаете, я преступление совершила? Да. Совершила. Готова нести ответственность. Мог бы и меня попросить. Знаешь, настоящий офицер должен уметь не только воевать, но и гладить. Кстати, давай тоже тебе китель поглажу, пока утюг горячий. Да, я потом сама. Давай, давай, снимай. Что-то не так? Нет, все в порядке. Я просто устала чуть-чуть. Пойду чайник поставлю. А что с Головко? Обсуждали распределение вновь прибывших из области. Все будут примерно одинаково работать в порту. Да, еще небезызвестный тебе Кириленко. Решили с ним организовать круглосуточное... Что ты сказал, не слышу. Не слышу, что ты говоришь. Я говорю, организовать круглосуточное... Прости, не слышала, что ты сказала. Я говорю, обыкновенная рутина. Что-то случилось? Ты мне не хочешь ничего рассказать? Нет. А если серьезно? Темнишь, Соборов. У тебя учусь. Ладно, пока лекарство выпью. Капельки-порошочки? Да что происходит, Сергей? Просто я тебя очень люблю. Пожалуйста, будь осторожней. Хорошо. Так, так, я ж ясно сказал, только живыми. Ладно, отбой. На станции Колы взяли мародеров, троих наповал. Ну, меньше работы трибунала. Еще в эфире. Почти двое суток, как в полночь на погосте. После провала в порту они могли перейти в режим радиомолчания. Или вообще свернуть операцию. Вот это развели такой цирк. Это вряд ли. Тарни не из тех, кто сдается после первого промаха. Если это вообще был промах.
Ну да, тогда осталось-то всего-то вычислить, где он нанесет следующий удар. И желательно до того, как он это сделает. Появится вводное, вычислим. Откуда такой оптимизм? Разрешите, что? Чего тебе? Убит начальник службы тылового обеспечения подполковник Гончарук вместе с водителем и охраной. Где и когда? Километрах в 3 от города, в направлении Рослякова. Точное время гибели пока неизвестно. Комендантский патруль. Как только услышали выстрелы, сразу выехали. Судя по трупному окоченению, смерть наступила около 6 часов назад. Видимо, работал снайпер-профессионал. Сначала убил водителя, потом всех остальных. Уже выяснили, как они здесь оказались? Так точно. Полковник Гончарук проводил инспекцию подведомственных объектов. Конкретней? Насколько мне известно, полковник Гончарук курировал... Я знаю, какие объекты курировал Гончарук. Я спрашиваю, какого рожна он здесь делал? Выясняем, товарищ полковник. Выясняем. И зачем они это сделали? Чтобы лишний раз показать нам, что они чихать на нас хотели? Или пытались запутать. Решить, товарищ полковник. В лобовом только пулевое отверстие, через которое убили водителя. А второго пулевого нет. Хотя Гончарука убили в грудь. Значит, убили его позже и не в машине. Но перед этим пытали. Пытали с пристрастием. Что-то не похоже, чтобы его пытали. Потому что пытали профессионала. Что вы имеете в виду? Посмотрите сами. Обратите внимание на эти гематомы. Воздействовали на болевые точки. Да, таких спецов даже у меня нет. Чё пялишься? Ну вы штаны наложу! Не дождетесь. У нас даже у тыловых крыс те же не имеется. У меня только один вопрос. Отвечу обещанию Кузьми. Да пошел ты! Даю тебе последний шанс сдохнуть без боли. Что надо? Его ликвидировали сразу после допроса. Теперь остается один вопрос. Что он мог рассказать? В общем, в июле 41-го пришел приказ о создании тайных схронов на случай отступления. Продукты, боеприпасы... И взрывчатка. Этим всем занимался Гончарук. Курировал закладки в сальных тундрах у Мочегорска. Далеко это? Километр 150. Если моя версия верна, у нас еще есть время. Диверсанты, если не дураки, конечно, весь путь проделают не пешком, а пойдут по рекам. Тем не менее, у нас будет фора по времени и возможность устроить засаду.
Я смотрю, схроны находятся на значительном расстоянии друг от друга. Нам хватит бойцов-то на все три? Нужных людей доберем. В Мончегорске. Товарищ полковник, а почему эти схроны до сих пор не расформированы? К концу 41-го стало ясно, что финны выдохлись, и тайники оказались ненужными. Из тех, что были полностью укомплектованы, все завезенное добро вернули назад. Сальные тундры – место глухое, да и сам понимаешь. Война – дело такое. Оставили на всякий случай для партизан. Мы выбились из сил. Нам нужен привал. Нет времени. Послушай, ну куда мы спешим? Русские ничего не знают о схронах. Пожалей людей. Завтра уже будем на месте. Ты недооцениваешь врага, Линда. Для тебя, как профессионала, это недопустимо. Ты требуешь невозможного. Ты посмотри на них. Они и 3 километров не пройдут. А теперь ты недооцениваешь меня. Подходим ко мне все. Продолжаем движение. Здрав, Лес Придонович, как жив, крамольник. Здравия желаю, товарищ полковник. Живем, служим помаленьку. Начальник Мончегорского отдела НКВД, капитан Филиппов. Мой заместитель, лейтенант Ильинский. Здравия желаю, товарищ полковник. Как видите, товарищ. Где ваши люди, в городе? Никак нет. Тут в 30 километрах в лагере пожар произошел. Ну и урки рванули. Групповой побег. Так что пришлось весь личный состав гарнизона отправлять. Ваша машина, товарищ полковник. Вот тебе и первые ягодки пошли. Я снимал вертухаев с лагерей. Ладно, ладно. Признаю, грешен. Надо было больше людей брать. А нужно выдвигаться. Грузимся. До схронов путь не близкий. Ведь надо добраться. Для полноценной засады прибывших с нами бойцов не хватит даже вместе с оперативниками. Сколько у Тарни людей? 10-15, а если больше? Схронов несколько. И к какому из них они двигаются, непонятно. Ну ладно, разберемся на месте. Садись, Андрей, поехали. Лен, ты остаешься здесь. Что? Дожидаешься гарнизона охраны, а потом выдвигаешься, если понадобится. Сереж, ты хоть объясни, почему? Хочешь знать, почему? Смотри, здесь написано 5-6 недель. Ты остаешься в Мончегорске. Ни шагу без меня. Если ты меня слушаешься, завтра улетаешь в Ленинград. Сереж! Карте нас ждет 5-километровый марш-бросок через болото. Еще, вспомню молодость. Бойцы, колонну по одному. За мной. Делать?
Старшина, тут их или в лагерь поведем? Да что в лагерь? Надо нам с ними по дороге валандаться. Деревня за речкой, две подводы, трупы по воде по дороге сплавим, погрузим и всех дел. Хорошо. Граждане заключенные, совершив побег, убив конвоиров, добрый день, господа! Можете опустить руки. Кто главный? Ну, я. Ответ неверный. Повторяю вопрос. Кто главный? Ну, вы по ходу. Молодец. Значит так, нас интересует три схрона. Вот этот, где мы сейчас, и вот эти два. Илья Спиридонович, ты берешь на себя этот, группа ленинградцев двигается сюда. Ну, а мы с Крамником здесь останемся. Мало нас. Если что, не сможем друг другу помочь. Считаю, что оборонительные позиции оставлять нельзя. Тарн может провести ложную атаку и ударить совсем в другом месте. Когда потечет, тогда и будем думать, как крышу чинить. Думаю, раньше следующего вечера ждать их не стоит. Не из железа же они такой путь за сутки проделать. Все-таки они нас опередили. По 10 человек, не больше, на каждый схрон. Но для прямой атаки нам тоже не хватает людей. А что ж ты думаешь, мы зря таскаем этих уколонников? Я думала, они нужны нам только в качестве вечных мулов на обратном пути. Да, так и было. Такой был план. Ориентироваться будем по ситуации. Без тротила я отсюда не уйду. Пошли. Финцы, что ли? Финны. Один черт, попали мы, как куры на щип. Видал, как главный Буром маслину промеж глаз просадил? Серьезно, ушли. Чапач, как думаешь, зачем мы им? Надо когти рвать. Ты со мной? Дурин ты, Ляма. Дурнем был, дураком и помрешь. Это же совсем другая мать. Это тебе не фрейра, а голимая. Ты моргнуть не успеешь, как они тебе кишки вокруг банки намотают. Ладно, поживем, увидим. Встать! Сидите, господа! Сидите, сидите. У меня к вам один вопрос. Жить хотите? И кошку жить хочет. Интересное наблюдение. А что делать-то? Ваш практический склад ума мне тоже по душе. Нужно выполнять мои приказы. Предприятие абсолютно выгодное, даю слово офицера. Раз вопросов ни у кого нет, собственно говоря, как и выбора, прошу ознакомиться с планом нашей компании. Соседей. Пока тишина. Позиция ни к черту. Сектор обзора рваный, сплошные мертвые зоны. Если фрицы на нас попрут, туго придется. Ничего, отобьемся. Ну, это смотря сколько их будет. Ну, с месяц тому под Оленегорском диверсионную группу накрыли. 30 трупов, трое пленных. Еще с десяток ушли. Вот и прикидывай. А-а-а. Так и мы не пальцем деланы. Главное продержаться до прихода подмоги. Что там? За камнями вроде шевеление было. Может, показалось? Черт его знает. А нет! Не показалось здесь, они. Огонь! Не похоже на фрицев. Одеты странно, работают на храпом. Потом разберемся. Я красный. Давай!
Близко не подпускать! Гранатами закидать! Прием! Товарищ полковник! А если это отвлекающий маневр? Мы же не знаем, сколько их всего. А если нет? Все равно я считаю, что нужно немножко подождать. Чего ждать-то? Пока они там всех не перебьют и не заберут взрывчатку? И где их потом искать? В общем так, я с Крамником и радистом остаюсь здесь, остальных отправляю к Филиппову. Тебе советую то же самое сделать. Все, отбой. Все слышал. Отправляй. Бойцы, слушай мою команду. А может, он прав? Может, действительно этот Тарни решил все силы бросить на один схрон? Логично. Логично. Только это было бы не Тарни. Давай! Сколько их установил? С десяток! Осторожные гады! И сами на рожон не лезут, но и нам голов поднять не дают! Держись, Филиппов, держись, дорогой. Ребята уже на подходе. Постараемся, товарищ полковник, только уж вы поторопитесь. Ну, максимум через полчаса они будут у тебя. Ты, главное, этих не отпускай. Да они вроде уходить-то не собираются. Хорошо еще, что у них гранат нет, а то бы уже давно нас покрошили. Ложись! Прием! Товарищ полковник! Прием! Что за черт? Где связь? Уходят! Как уходят? Да пес их знает, но что уходят точно! Я сразу сказал, не похоже на фрицев! Догнать! Чтоб ты один не ушел! Продолжай вызывать! Вперед! Прав был Сабуров! Отвлекающий маневр был на том схроне! Не продержимся мы здесь втроем! Черт! Уходите, товарищ полковник, я прикрою! Нельзя, Володя. Взрывчатку заберу. Тогда рвите ее нахрен! Не протянет! Выходи! Сколько ушло? Немного. Трое, может, не знаю. Стал быть, успех. Локальный, но успех. Сергей Иванович, на пару слов. Ну, что сказать? Спасибо. Когда спасибо, тогда спасибо. Так? Ну, я сказал, ты услышал. Все. Товарищ полковник! Это же... Тарни? Ты ж как оно. Не может быть.
Теперь можно твердо сказать, что с гибелью Тарни и его подручных вражеская диверсионная группа перестала существовать. Кое-кто выжил, но их найдем, это же семечки. Ну что ж, товарищи, операцию можно считать завершенной? Так точно, без вопросов. Сергей Александрович. У меня нет стопроцентной уверенности, Иван Дмитриевич. Это почему это? Ты же все видел, как я. Ты же там был. Не на бумажке же прочитал мелким шрифтом. Все очень просто произошло. Ты как-то же ты уже улетишь в свой Ленинград. Ей-богу, я напьюсь на радость. Все невероятно просто произошло. А Тарни? Тарни, Тарни. Ну ты же своими глазами видел его труп. Ну? Группа ликвидирована? Что тебе еще нужно? Иван Дмитриевич, все закончилось официально. Сейчас работают эксперты, получим доклад, и дело можно будет отправлять в архив. Сергей Александрович, иногда и самый опасный противник гибнет от простуды. Так что... Товарищ офицер, поздравляю вас с успешным окончанием операции. От души. Я ждала тебя в управлении. Почему не приехал? Так получилось. А это тоже само получилось? Соборов, какого черта ты роешься в моих вещах? Я не специально. Хотя почему я должен перед тобой оправдываться? Ты мне ничего не рассказала. Я что, какой-то временный любовник для тебя? Сереж! Нет, Лена, послушай меня. Это не только твой ребенок, но еще и мой. И я имею право участвовать в его судьбе с самого первого момента. Почему ты мне ничего не рассказала? Потому что я как только узнала, поняла, как ты отреагируешь. Будешь носиться со мной, как с торбой с какой-то писаной. Отдела отстранишь. Почему я должен тебя отдела отстранять? Правильно, не должен. Посадишь за бумажки или в резерв, как в Мончегорске. Скажи, ты дал бы мне работать с риском для жизни? Вот тебе ответ на вопрос, почему. Прости меня, пожалуйста. Ничего не говори, просто прости и все. Пожить бы так когда-нибудь. Война закончится, поживем. Ты бы где хотел пожить? В Крыму. В Крыму? Угу. Маленькие домики, Борис. Просыпаешься утром, а в окошко солнце и ты. Вернемся в Ленинград и пойдем сразу в ЗАГС. Согласна? Не знаю, мне надо подумать. Тарни Лаури, капитан финской армии. Предположительно, смерть наступила в результате двух пулевых ранений. Осмотр проводит майор медицинской службы Алексеевский. Алексей Викторович, переверните тело, делайте опись, а я пойду покурю. Сергей Петрович, подойдите. Вам нужно на это взглянуть. Этого не может быть.